Но это, по всей видимости, была какая-то обманка. И они тогда, я помню, какую-то бурную деятельность развили на одной из окраин Грозного, где раньше были заводы, кстати, тоже. Там они, значит, территорию сразу огородили и даже капсулу там зарыли. Что типа вот сейчас здесь начинается бурное строительство нефтеперерабатывающего завода. Как вы понимаете, нет, ничего подобного, конечно же, не произошло. Тумса, правда, что истинный ахматовец идет в бой под песню Тамары Дадашевой? Тумсо, добрый вечер. Правильно ли понимаю, что кадыровские власти не создали большого количества производства на территории Чечни и не развили современное сельское хозяйство? Про науку молчу уже. Ну, это ты очень мягко так, знаешь, сказал. Не развили, как ты сказал, не создали большого количества производства на территории. Вот это очень мягко. Это создается впечатление, что они какое-то малое количество создали. Но нет, на самом деле, конечно, нет. Я бы сказал, что они практически не создали вообще никакого производства. Они превратили Чечню в такой регион обслуживания. То есть очень много малого такого бизнеса, где, но в сфере именно обслуги, понимаете? То есть очень много, допустим, ресторанов, всяких домов торжеств. Просто полно, выбор нереальный. Очень много всяких салонов красоты, парикмахерских, там каких-то, ну вот в этом направлении, в общем, каких-то там услуг, чтобы делать людей красивыми. Очень-очень много, реально тоже конкуренция высокая. Но вот чтобы, допустим, что-то именно производить, что можно было бы, наоборот, экспортировать, понимаете? Такого, конечно же, нет. Ничего подобного не делается. И делать это они, походу, не собираются. И вот здесь вот вопрос, они как бы сами не хотят это делать или сверху им не дают? Я думаю, им все-таки не дают. Я считаю, что это все-таки был бы и их интерес, на самом деле, поставить такое крупное производство. И я знаю, что Кадыров очень серьезно лоббировал вопрос постройки нефтеперерабатывающего завода Роснефти. И даже территория была выделена, то есть у него где-то на каком-то уровне, видимо, там на этапе каком-то переговорном получилось добиться некого ответа, что да, все, типа, строим. Но это, по всей видимости, была какая-то обманка. И они тогда, я помню, какую-то бурную деятельность развили на одной из окраин Грозного, где раньше были заводы, кстати, тоже. Там они, значит, территорию сразу огородили и даже капсулу там зарыли. Что типа вот сейчас здесь начинается бурное строительство нефтеперерабатывающего завода. Как вы понимаете, нет, ничего подобного, конечно же, не произошло. Никто там не собирался, Роснефти вообще это неинтересно. Нефть качается, нефть перегоняется эшелонами, трубами. В основном по республике трубами собирают ее, по-моему, червленная наливная называется это. Место туда они ее, значит, загоняют, а дальше уже эшелонами эту нефть отправляют. Но перерабатывать ее на территории республики не хотят. С чем связана такая политика? Я думаю, как раз с тем, чтобы не давать нашим регионам, и это касается не только Чечни, вообще кавказским регионам, не давать им возможности стать самодостаточными. Мы должны всегда ощущать себя в зависимости. То есть, если нам Москва не пришлет денег, то как мы выживем? Отсюда и идут вот эти вот посылы Кадырова. Помните, он заявлял, что столько-то миллиардов в год там, значит, дает нам Москва. Откуда мы эти деньги возьмем, если, значит, мы будем независимыми? Как мы будем содержать? Вот чтобы у людей не было ответа на этот вопрос, чтобы и Кадыров не знал как. Поэтому нам и не дают их развивать. Если у нас будет хорошее производство, будет хорошая экономика, если регионы перестанут быть дотационными, начнут сами себя обеспечивать, да еще и федеральный бюджет что-то там скидывать в виде налогов, допустим, то, ну, хочешь не хочешь, начнут возникать мысли, а почему бы нам не отделиться, зачем нам еще кого-то содержать, какие-то там бедные регионы в России или вот этих зажравшихся чиновников в Москве, зачем нам это надо, лучше мы будем оставлять это у себя. Это неизбежно, эти мысли возникнут. И я думаю, Кремль понимает прекрасно, что нельзя давать этим мыслям у нас зарождаться, тем более
мы уже как ненадежные себя показали, показываем на протяжении этих веков, ненадежными с точки зрения России, я имею в виду, постоянно стремящимися выйти из-под оккупации, жить свободно, иметь собственную государственность. И поэтому они постоянно держат нас вот на таком контроле, постоянной зависимости, и не дают нам никакое производство у себя развивать. Посоветую тем чеченцам, которые не хотят особо светиться, но и могут вести какие-то блоги и каналы. На какую тему вещать, как работать и что делать? Подай идею молодым. И от него же вопрос аноним. Тумса, правда, что истинный ахматовец идет в бой под песню Тамары Дадашевой? Ну, их предводитель, основатель пути, пресловутого пути Ахмата Кадырова, он на тот свет точно ушел под песню Тамары Дадашевой. Здесь не, это не смогут отрицать даже матерые кадыровцы. А вот идут ли его последователи в бой под песней Тамары Дадашевой? Ну, не знаю, хотя, наверное, им следовало бы. А что касается первого вопроса, я тут не знаю даже, что можно посоветовать. Тут зависит все от положения этих молодых, то есть где они находятся, о чем они могут вещать. В общем, это очень такой сложный вопрос. Томсо, знаешь, что отец Басаева тоже пал в сражении против русских, когда оккупанты хотели их взять в плен? Его отец-старик дал отпор и пал в бою. Да, я знаю эту историю. Вообще вся семья Басаевых – это очень достойная семья. Они все очень достойно себя повели. Вот, огромные потери поднесла именно эта семья в этих боях. Басаева, как бы сильно его не демонизировали, и как бы, какие бы действительно ошибки он не совершил, в целом это был абсолютно идейный человек. Нигде и никогда себя не испачкавший какими-то криминальными историями, там, похищениями людей или какими-то схемами, знаете, подобными, типа, когда ты сам не похищаешь, но покровительствуешь там тех, кто похищает. Вот. Ничего подобного никогда связанного с Басаевым никто не может предъявить. Даже вот эти вот его ненавистники сегодняшние, кадыровцы, они ничего такого не могут ему предъявить. Потому что он реально не... Он был человеком как будто бы вообще с другой вселенной. Полностью идейным, понимаете? Я даже разговаривал с человеком, который был с ним в Абхазии, то есть он вообще у истоков появления Басаева как полководца, он был с ним. Он рассказывал о том, что даже воюя в Абхазии, по условиям того, что ты находишься в отряде Басаева, было то, что трофеи не берет. То есть Басаев и его ребята не брали трофеи. Под трофеями я имею в виду не оружие. Оружие, которое, разумеется, берут, я имею в виду там имущество, типа машины, ничего подобного не брал. То есть обязательным условием Басаев ставил, что мы сюда приехали не за трофеями. То есть это такой человек, который своим примером поражал людей. Ему никто не пытался с ним даже оспорить вот его лидерство, понимаете? Все люди были счастливы быть под его управлением, под его руководством, потому что он никогда никому не давал идти вперед себя в бой. И он это доказал, да, на минном поле, когда он потерял ногу. Он не дал никому идти впереди себя по минному полю. То есть он своим вот этим, своей немеримой просто какой-то, немеренной храбростью, смелостью, он завоевывал сердца, он показывал, что тягаться с ним в этом вопросе никто не сможет. Никто не мог претендовать даже, да, вот считать себя достойным, там, чтобы сместить его там, и так далее. То есть это, в этом плане он был реально очень таким феноменальным человеком. Ну и его способности как полководца и как организатора боевых акций, ну, их невозможно переоценить. Наверное, все вы заметили, как сильно изменилась война на Кавказе со смертью Шамиля Басаева. Вот до того, как Басаев пал шахидом, иншаллах,
постоянно происходили какие-то, да, акции у нас, там, операция в Назрани, боевая операция в Грозном, там, в Нальчике, что-то. Весь Кавказ просто что-то там происходило постоянно. Причем это были такие прям серьезные операции, войсковые операции, и они практически всегда были очень успешны. Как только Басаева не стало, мы больше не видели никаких подобных операций. Я уже не говорю там про то, что было до этого, про Будённовск и так далее. У Басаева не было ошибок, говорит. Пошел на выручку дагестанцев, которых убивали, окружив с гор федералы, зная, что это повод к началу новой войны, выбрал спасти жизни дагестанцев. У Басаева не было ошибок, это очень странное заявление. Он же не пророк, защищенный от ошибок. Конечно, были ошибки. У всех нас есть ошибки. И у Басаева они тоже были. Но при всех этих его ошибках, при всех попытках его демонизировать, Басаев был пропитан идеей свободы для своего народа. Причем абсолютно искренне. У нас немало было таких, амиров, там, полевых командиров, которые... Они все, в конечном итоге, ушли очень достойно, но в период, межвоенный период, немало из них испачкалось всевозможных таких криминальных историй. Да? И опять-таки повторю, они затем исправились, и из этой жизни они ушли очень достойно, поэтому о них мнение исключительно хорошее. Но вот был такой период межвоенный, когда были трудности с финансами и так далее. И вот они как-то впали вот в эти ошибки, когда они либо сами непосредственно участвовали в криминальной деятельности, либо покровительствовали тех, кто замешан в этих криминальных историях. То есть те, кто были вот на таком более высоком уровне, да, такие генералы, так скажем, наши, они покровительствовали каких-нибудь там местечковых амиров. Подобные вещи встречались. Вот Басаев себя нигде ничем подобным не испачкал. То есть человек в самом начале, как начал свою борьбу идейно, он так и закончил ее идейно. Мы же понимаем, что Басаева ставят в ошибку, в том числе и ты, Тумсо, поход в Дагестан. Ошибки были, но не в те, в которых его упрекают. Ну, конечно, безусловно, это ему ставят в обвинение, и в том числе и я, и не только я. Ну как в обвинение? Кто я такой, чтобы ему нам что-то в обвинение ставить? Неправильно, наверное, так высказаться. Я считаю, это его ошибка, вот так будет правильно сказать. Но это, во-первых, ему как раз-таки в обвинение ставил и президент, и многие. И по моей информации от людей, которые общались с ним уже во время войны, когда он потерял ногу, они все свидетельствуют, что он сам тоже признавал это своей ошибкой. Поэтому, ну, кто-то может, конечно, упрямствовать в этом вопросе, говорить, что нет, это ошибка не была. Ну, это ваше как бы дело, никто вам запретить не может. Как и вы не можете нам, конечно же, запретить считать ошибкой то, что и сам Басаев признавал ошибкой. انتظريني يا قدس وانتظريني سأزيل سدودا